Приветствую всех поклонников авиации, с вами Fallfire. В последнее время мне все чаще начали задавать вопросы насчет XP-50. Практически на каждом стриме в чате или в комментариях под видео я видел сообщения по поводу этого самолета. Мне стало интересно, а с чем связан такой рост популярности американского перехватчика? Моя история знакомства с этим самолетом началась еще в далеком 2014 году, когда у него еще был Форсаж и другая флайт-модель. А летал я только в симуляторе МБХ, тогда они еще назывались реалистичными. Не сказать, чтобы он мне понравился, но самолет был эффективным истребителем и мог уйти от всех свечкой вверх. Тогда его еще за это прозвали вертолетом. Время шло, ФМ у самолетов постепенно менялось, и у любителей авиации появилось новое увлечение – штурмовка. Наплыв танкистов изменил проект, и многие стали забывать, что изначально игра как раз таки была про самолеты. Поэтому воздушные дуэли уже не такие интересные, как раньше, а весь движ ушел в совместные бои. Теперь самолет считается хорошим, если у него есть возможность таскать бомбы или ракеты. В нашем случае ни того ни другого нет. Полагаться приходится только на две 20-миллиметровые пушки и два крупнокалиберных пулемета Браунинга. К счастью, данное вооружение позволяет отыграть как штурмовик. Забирая легкие, даже средние танки через крышу корпуса или башни, мы способны сделать 2, а то и 3 фрага за вылет. Неплохой результат для самолета без подвесного вооружения. Тем более по очкам возрождения, XP-50 стоит дешевле любого штурмовика, потому что нам не нужно платить за бомбы или ракеты. Мы можем сыграть как в истребителе, так и в уничтожителе танков. Единственное, нам будет мешать количество боекомплекта. Всего 120 снарядов на обе пушки. А это не то чтобы много. Тем более урон по танкам проходит рандомно. Чего не скажешь про урон по авиации, который просто разрывает любой самолет на части. Учитывая к тому же, что эти пушки еще и очень точные, то мы можем спокойно делать фраги в лобовых, при этом отворачивать заранее и нисколько не подставляться. В общем, как вы уже поняли, XP-50 это прирожденный истребитель, поэтому дальше его буду рассматривать только в авиационных режимах игры, где он чувствует себя как рыба в воде. Боевой рейтинг у американского двухмоторника 3,7 в РБ и 4,0 в СБ. Из явных плюсов это прем 3-го ранга, а значит его можно использовать не только для прокачки техники, а также применять в различных акциях и марафонах. По своему типу XP-50 является перехватчиком, поэтому основной наш козырь это высота. Появление в воздухе дает огромное преимущество, хотя и без него двухмоторник хорошо набирает высоту. Оптимальная скорость клиба составляет 260 км в час, а по виртуальной кабине стоит удерживать угол примерно в 16 градусов. Так как для большинства противников мы просто недосягаемы, мы можем заняться перехватом бомбардировщиков. Но даже несмотря на то, что у нас всего 120 снарядов, их хватает, чтобы перебить половину команды. Серьезно, урон американских двадцаток запредельно высокий. Мне порой хватало всего лишь пары попаданий, чтобы вражескому самолету оторвало хвост или крыло. Поэтому я стрелял в основном короткими прокликами. И после того, как двадцатки станут пустыми, можно еще задействовать браунинги. У них боекомплект уже 500 патронов на ствол, а этого точно хватит еще на пару фрагов. Ленту я ставил универсальную на пушке и наземную для пулеметов. В составе ленты браунингов имеется только патрон М8, так что придется повыцеливать двигатели или экипаж. Что насчет летно-технических характеристик, то XP-50 показывает чудеса на виражах. Хорошая управляемость на малых скоростях позволяет отлично подвешивать противника, а шикарная маневренность перекрутить даже одномоторные истребители. Конечно, все мы не перекрутим, но со многими можно вступить в открытую дуэль. К тому же у нас еще отличная скорость в горизонте. У земли самолет разгоняется до 540 км в час, что для своего БРа отличный результат. Причем XP-50 обладает еще и хорошей динамикой, скорость пикирования набирает очень быстро. Но вот с этим связан один недостаток, потому что максимальная скорость по флатуру составляет 750 км в час, а вот рули высоты начинают затяжеляться уже на 600 км в час. Конечно, в авиационных боях это не так заметно, как в совместных, но все же стоит опасаться уйти в землю, потому что в пикировании самолет очень быстро набирает скорость. Еще одна проблема – это вечно перегревающиеся двигатели. На 100% тяге весь бой не прилетаешь, приходится выставлять 95 или 98, а порой и того меньше. Но учитывая, что самолет прощает кучу ошибок, то можно остужать двигатели прямо в бою. Напоследок скажу, что топливо следует заливать минимум, потому что двигатели экономичные и много горючего не сжигают. Как итог, если вы ищете отличный истребитель, то XP-50 может стать вашим любимым самолетом.
Недостатки в AVRB у него минимальные, а вот эффективность запредельная. В симуляторных боях самолет себя тоже отлично проявляет. Конечно, сразу взять его не получится, все же придется накопить очков возрождения, потому что начальный БР для третьего противостояния 3,7, а у нас 4,0. Тем не менее, самолет очень прост в управлении, его никуда не сносит в сторону, в маневрах он не сваливается в штопор, а на малых скоростях устойчиво держится в вираже. XP-50 может спокойно подойти на роль для начального самолета для освоения симуляторного режима. Как я уже говорил, его минусы — это перегревающиеся двигатели, задержание рулей на большой скорости и боекомплект. Но, как вы понимаете, с таким уроном от пушек это сложно считать за недостаток. Обзор из кабины, кстати, приемлемы. Из-за рамы может не особо видно заднюю полусферу, но разглядеть заход можно. Все же за все время полетов на XP-50 у меня еще ни разу не было проблем, связанных с потерей вражеских самолетов. В заключение, я могу сказать, что американский двухмоторник показывает отличные результаты. В первую очередь за счет дикого урона двадцаток. Американские пушки всегда были хороши, но тут они прям демонстрируют повышенную эффективность. А вот с точки зрения истории, самолет не был таким удачным. Изначально фирма Grumman готовила проект двухмоторного самолета для нужд флота. Но ВМС США по итогу от перспективного истребителя отказались. При этом проектом заинтересовалась сухопутная авиация. Конечно, принимать на вооружение точно такую же машину они не хотели. И поэтому выдвинули свое тактико-техническое задание. Самолет получил обозначение XP-50 и также унаследовал флотское название Skyrocket. Основные различия между двумя этими проектами были в вооружении, в другой силовой установке и в доработке крыла, из-за чего даже поменялся внешний вид самолета. Первый полет состоялся 18 февраля 1941 года и прошел он без каких-либо происшествий. Однако в мае случилась авария, которая едва не унесла жизнь летчику-испытателю. Во время запланированной программы полета произошло разрушение одного из двигателей. Осколки перебили трубопровод гидросистемы и трос ручного выпуска шасси. К счастью, пилот не погиб. Он выпрыгнул с парашютом, но вот самолет был утерян и проект было решено закрыть. Весь накопленный опыт перевели в новый прототип XP-65. Что интересно, этот самолет уже планировали построить одновременно как для флота, так и для ВВС. Но в итоге армейскую авиацию просто вынудили отказаться от проекта, а флот получил себе на вооружение F-7F Tiger Cat. Вот такая история. В это непростое время советую вам проверить подписку на канал. YouTube стал отписывать автоматом, ну а кто еще не подписан, обязательно подпишитесь. Тут много контента про авиацию. Также заглядывайте в описание, там имеется 3% скидка и ряд обучающих видео. Я вам желаю легких фрагов и чистого неба над головой.